да, он прям плотный. Хороший. А это что это? О, наклейки. Ох, нет. Какие еще знаки. Я сейчас пить хочу, сейчас водички попью и приду. И будем с тобой. А, смотри, это же парковка. Мы ее сейчас с тобой будем собирать. Ты не знал, что что-то собираешься. Это интересно. Там собирать. Только я сейчас попью. Мама опять уже с камерой. Нам надо кинорежиссер. Если не правильно собрать, то не правильно, смотри. А, инструкция есть, да? 2016 года она же. С 13 июня тебя ждет. Да. Тут прям он раз, два, три, четыре, пять, пятиэтажный. Еще добавку тут есть место. Да. Военный вот гараж. А, слушай, он военный же, значит, ну, там военную технику. Военный. Стоил всего 15... Ой, господи, 1500 всего лишь. Мне кажется, они дороже должны быть стоить. И вот тут прям вот пластмассочки прям хорошие такие. Да. Плотненькие, да? А тут я бы сказала, он тяжелый, оклейки. Сначала соберем, тяжелый. Потом будем наклеить. Так. Чего? Двигайся. Куда? Я сяду тут. Зачем? Собирать буду. Садись. А, это внутри, смотри, фотография, как будто это. Отодвинься. Так, мама. Да что, а ты? Дима, даже мама готова. Скажи, помочь. Дело мужское, да, Дим? Да. Скажи, дело мужское. Ну все, с папы теперь, с тебя, пап, теперь эти танки. Военные же техники. Я буду смотреть, как собрать. Дай-ка, Дим, я посмотрю. Я сейчас. Вот. Сможешь, пап? Да. Так вот. Садики такое было. Было? Да, было. Дима играл? Да, и мальчики что-то ломали, военную голову. Что-то ломали, а они... Мак. Это бутик. Грязный свод. Машинки заодно ты достань. Потом машинки. Они как светятся-то? Они не светятся. Да все не светятся. Ладно, давайте я наклею. А то наклеите вы меня. Новых себе. Зачем? Ты только давай ровненько тогда уж. Ровненько. А не как здесь вчера. Здесь на букву R. Так, парковка. Здесь должно быть слово парковка написано. Ищем. А, вот она, парковка. Все по-русски. Сделано в России. Так. Подожди, парковка. В какую сторону? Давай я сейчас выйду на клей. Пластичный значок. На клей аккуратненько. Как? Там дырочка. Парковка. Заезд-выезд. Это Иген, нас. Второй этаж. Так прям кукольный дом. А тут папин, а дальше соседний. Третий этаж. Папин. А там будет и позвонок. Папин, конечно. Это буква Н. Еще больше. Еще Н? Да. Ой. Ты вот это не туда наклею. Все туда я на картинке смотрю. Нет, смотри, это вот сюда наклеить. Еще на дорожке надо клеить. Вот тут у нас написано что-то. Это у нас с заправки. Заправки. Внизу у нас заправка, да? Так, вот здесь у нас заправка, да. Что-то неровно клеил. Бил. Да? Следующий, пожалуйста, аккуратнее. Второй у нас техстанция. И туда пойти. Бил. Дима, давай сначала сюда делаем, а потом будешь играть. Второй у нас техстанция. Красота. У Димы получилось, зимой, да? Зимой. Какая красота. Заезжает. Да. Какая.
Сейчас машинки с тобой. Где наши машинки? Про машинки-то ты помнишь? Машинки туда. Пух, да? Давай. Вот и это все. Вот и все, все машинки. Ух. Вот все машинки. Такие красивые. О! Машины. Правда, у нас военная база там, да? Ну ничего. А что мне сюда заезжать машину? А там, потому что это так надо. Это не там, не то место, где они будут съезжать по очереди. Ну, куда-нибудь стоять, там парковка, потому что это машинок. Да. Да. И то, что надо играть, а не просто там. Ай, ай. Все не просто там. Ага. Заезжает. Ага. Близко я-то. Господи, ты стоять-то можешь нормально? Да, мама. Давай. Кто стучит в какую стену-то? Опять в эту, что ли? Мне кажется, в эту. А да это, мне кажется, было в эту. Обратно давай. Постучи. Постучи. А чем? А чем? Не знаю. Ну, тут детский-то нет. Топор в эту возьму. Там лежит это, на моей кровати. Оп, и постучись. Угу. Сидели, играли тихонечко, называется. Топор лежит на моей кровати, возьми. А, у Димы его взял. Только не сломай, пап. Держи. Азбука Морзе надо. Ну, хватит, хватит. Все, все, хватит. Хватит настукивать. Азбука Морзе. Вот скажи, еще раз постучишь, я тебя тоже постучу. Да. Да? Я крикнула соседка. Скажи, нечего тут стучать. Спокойно играет ребенок. Не бегает, не прыгает, да? Ну, видишь, едут они, да? Машин сколько красивых у тебя. Да? Много их. Сколько их? Их тут много. Десять. Целых 10 штук у тебя их, да?